Всем здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск Чемпионат мира по хоккею вместе с букмекерской компанией MaxLine. Пока идет перерыв матча Россия-Швеция, у нас есть прогноз от комментатора этой встречи Владимира Новицкого. Итак, комментатор Владимир Новицкий. Владимир Николаевич, хочется спросить, вот стартуют совсем скоро четвертьфиналы, кто будет чемпионом мира? Непростой вопрос, но я выбираю из трех команд. Или Россия, или Швеция, или Канада. Внутренний голос подсказывает, что кленовые листья опередят всех. На чем это основывается? Все-таки у россиян при всей звездности состава, на мой взгляд, пока какой-то такой сбалансированной чемпионской игры, где не только тройка Дацука может явно выстрелить, но и поддержать остальные звенья, не очень. Шведы, да, молодая, яркая команда, нападающие красавцы, очень интересные. Молодости свойственна нестабильность. Канада, несмотря на поражение в стартовом туре в американском дерби, в североамериканском сборной США, все-таки, на мой взгляд, прибавляет по ходу турнира и этой прибавки, этого роста. И мастерства, и командного взаимодействия хватит, чтобы завоевать золото. Спасибо за мнение. Если вы думаете так же, то можете ставить на победу сборной Канады. Совсем скоро узнаем, оправдается ли этот прогноз. Итак, Владимир Новицкий считает, что победителем чемпионата мира по хоккею в Дании станет сборная Канада. Если вы считаете иначе, заходите на maxline.by и делайте свой выбор. И, кстати, напоминаю, весь 2018 год продолжает действовать предложение «MaxLine платит». Если ваш матч оказался проигрышным и попал под действие предложения, он может быть рассчитан на плюс. Все подробности на сайте maxline.by. Всем побед и удачи!